Кадыров прекрасно понимает, что его статус целиком и полностью зависит от Путина. И в этом смысле он предан Путину до мозга костей, не потому что он так его сильно любит, а потому что знает, что ушел Путин, и Кадырова с удовольствием разберут на атомы практически все силовики, за исключением, может быть, Золотова. Но сначала они и Золотова разберут на атомы. Поэтому Кадыров, как и положено в восточных деспотиях, лучшая опора для Путина. Я думаю, что Россия Кадырова в качестве президента не примет. И уж точно силовики не примут. Кадыров понимает, что все его 300 миллиардов рублей, которые дают на его республику, позволяет ему держать там зоопарк, личный замок, все это зависит от Путина. Но как только Путин исчезает, у Кадырова остается расчет только на себя, на свою силу, на свою армию. Или ему надо набивать мешок деньгами и текать в Арабские Эмираты, или ему надо уходить в сепаратку, формируя какой-нибудь эмират Северного Кавказа.